И на первое место, пожалуйста. Шестой группы. Похлопаем одному представителю. И сразу на первое место. Давайте просто на ручках. Потом сфоткаемся. Еще собака. Нет, да. Кружочек. И все? Бест восьмой группы. Лабрадор будет Бест восьмой группы. 83-й номер. Вы второй, юниор у вас. Ну нет, так нет. А по времени у вас есть? Да. У нас же с задержкой. Не хочет, так не хочет, доктор. Вот когда выберу, тогда. Лабрадор на Бест! Есть! Ну, уже половину. Номер 83. Нет, значит нет. Давай. Thank you.
Девушка, уже поздно. Стоим. Поставили, прежде чем уводить? Катя, поставили кавалера? Спасибо. Спасибо, Вика. Сейчас расслабишься. А я в тарелке, у нас не трогает.
Ягдерьер будет! По кругу. Похлопаем в третьей группе. Джек Рассел терьер второй, американский стаффордширский терьер первый. Как вас зовут? Гала. Гала? Галя. Гал? Без пятой группы. Есть что кинуть еще? Клуба, блин. Гала. Галя, блин. Укладывается вся. Посади красиво хотя бы ее. Костелится. На третьем месте немецкий шпиц, стой. На втором месте сибирский хаски. И лучшей собакой пятой группы Пассенджи. А, не смотришь? Да, сейчас подожди. А снимите, да, Пассенджи? Да. Даже сами поели. Кардиган ничего не 19, сука, и не варка! Во-первых, кардиган. Во-вторых, извините, вы за это. А, не медлиник? Без первой группы! Немец, длинник, кардиган! А, восточник, они, восточник на двухах. Так, вот пока сделайте кружочек и вот там остановим. Давай. Сюда.
Тайган! Тайган! Сейчас я кину. Организаторы, есть четвертое место для бэбика? Бэбики идут по кругу. Похлопаем бэбикам. На четвертое место мы приглашаем собаку породы Сиба. На третье место мы приглашаем собаку породы сибирский хаски. Резервным победителем клуба «Олимп» конкурса на звание лучшего бэбика становится лабрадор-ретривер. И лучшим бэбиком клуба «Олимп» становится собака породы «Бигль». По росту. Похлопаем щенкам. На четвертое место мы приглашаем собаку породы сибирский хаски. На третье место мы приглашаем собаку породы бернский зенингон.
победителем. Название лучшего щенка клуба «Олимп» становится «Бастон Дрем». Так, включите, вы готовимся. И лучшим щенком клуба «Олимп» становится «Пингвинтон Дрем». Ветераны есть. Дрем, стань скорее мне. Ира, Ира, Ира. Спасибо. Ветеран на дебюте, как я не знаю. Лена, смотри сюда. Лена. Юниоры. Пожалуйста, похлопаем юниорам. И выходим из ринга. Название лучшего юниора занимает собака породы Бигль. Резервным победителем название лучшего юниора клуба «Олимп» становится цирк Шнауцер перед солью. А лучшим юниором клуба «Олимп» становится Пудель Той. Сюша, подойди, посмотри. Крикни, крикни. Чира. Да, началась с первого. Я заберу, оставь, тихо-тихо. Давай оттащи ее. Чего оттащи? Ну, поставим на места. Я... Три мешка? Спасибо, Ваня, лучше.
Мы приглашаем победителя второй группы Ньюфаундленд. Супер! Эй, Микки, супер!